Тарифы на услуги по распределению природного газа с января могут существенно увеличиться. Предприятие ГАЗО представило в Комиссию по регулированию общественных услуг проект новых тарифов. Увеличится как переменная, так и фиксированная их часть. Это будет не новый тариф, а коррекция прежнего. По методике регулятора тариф корректируется, если прогнозы на доходы и расходы не соответствуют реальной ситуации. В 2021 году, в прошлом году, когда был утвержден тариф системы распределения, то он был рассчитан исходя из того, что цена природного газа около 18 евро за мегаватт-час. И вот за это время эта цена выросла в 10 и даже 12 раз. Тариф ГАЗО – это не тот счет, который люди получают за газ. В счет за газ входит 5 компонентов. Первое – это, конечно, цена газа. Второе – это наценка продавца. Третье – это тариф ГАЗО. Четвертое – тариф Connexus и плюс НДС. То есть, если сейчас наш тариф повышается там, на 20% или на 25%, это не значит, что и счет повысится, январский счет повысится на 25%. В компании говорят, что экономить начали с себя, снизили расходы. И в течение года на предприятии надеются уменьшить затраты энергии на 14%. Однако этого недостаточно. Газопроводы нужно содержать в хорошем состоянии, их нужно реконструировать, их нужно проверять. Должна работать аварийная служба, потому без коррекции тарифа обойтись не получится. Если говорить о размере вот этой корректировки, этого изменения, то фиксированная часть тарифа для всех групп потребителей повысится на 22%. И, к примеру, для самых маленьких потребителей это составит в месяц 3 евро 30 центов плюс НДС в месяц, это получается, да? Сейчас платят 2,70 плюс НДС в месяц.